Бу! Привет всем, с вами Ричи. Сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие вот надписи, постеры. Довольно необычные, прикольные, абстрактные, хаотичные. Делается все это максимально просто, и чем хаотичнее, тем, по-моему, лучше и интереснее. Давайте начнем. Для начала создаем новый документ, любой, прямоугольный, квадратный, неважно, заливаем это все темной заливкой. Вообще, какой хотите, но в моем случае у меня темная заливка. Берем инструмент текст и пишем наше слово. У вас это может быть цитата, словосочетание, ну или как у меня, просто одно слово. Выбираем любой шрифт. На самом деле небольшой совет. Не выбирайте шрифты аляляпистые, с засечками, с декоративными элементами, какие-то готические, например, не нужно. На таких работах будут смотреться превосходно самый обычный простой шрифт, какой только можно найти, даже тот же Arial будет смотреться великолепно. И главное, чтобы еще шрифт был не тоненький. На тоненьких тоже не прикольно смотрится. Далее я создаю несколько дубликатов слоя. В моем случае я создала две копии и просто вытягиваю по вертикали мое слово. Зажимаю Shift при этом. Если вы сидите на старой версии Photoshop, где нужно зажимать Shift для ровной трансформации, то вы просто не зажимаете этот Shift и выделяете. Прямоугольным выделением я удаляю все лишнее со своего, так скажем, куска слова. И далее создаю новый слой. И если у меня есть какие-то проплешины или как-то слово не так село, наложилось, я просто маскирую это все тем, что ластиком удаляю все, что мне не нужно. Это не так важно, это не такой важный шаг, поэтому вы его можете пропустить, его не делать. Я же здесь делаю, я удаляю ластиком какие-то кусочки, и какие-то кусочки, если где-то есть прям такие грубые проплешины, я их просто жесткой обычной кистью, белым цветом, в цвет своей надписи, соответственно, я просто их закрашиваю. То есть это максимально сейчас выглядит неаккуратно, но, поверьте мне, работы получаются превосходными. Для постера вот самое то, по-моему. Далее я иду в фильтр и нажимаю пластику. Далее работаем с пластикой. Здесь вы расширяете, сужаете, вытягиваете, трансформируете как угодно ваше слово, текст, так, пока вас не устроит, до тех пор, пока вас не устроит результат. После того, как вас устроил результат, нажимаете ОК. В моем случае меня немножечко не устроил, поэтому я нажала ОК, объединила еще этот слой со своим основным словом и вытянула, соответственно, его тоже. Далее мы берем просто с вами инструмент палец, он находится на панели инструментов слева, и начинаем рисовать по нашему слою, который только что вернулся из пластики. Странно звучит, но да ладно. Рисуем не везде, не по всей картинке, просто где-то размываем, где-то очень сильно, где-то не так сильно. Наши с вами вот эти вот края, возможно, где-то в каком-то моменте и буквы. В общем, опять же, до тех пор, пока вас не устроит результат. Итак, далее создаем новый корректирующий слой, выбираем градиент map. И далее выбираем градиент. Вы можете сами создать этот градиент, но так как это урок, я выбрала просто предустановленный мною ранее. И небольшой лайфхак. Меняйте режим наложения у градиента, потому что не всегда, допустим, вы когда выбираете градиент, вы такие, ой, не то. Не всегда один градиент может быть классным с режимом наложения обычным. То есть всегда меняйте, смотрите, и когда вы уже окончательно выбрали и остановились, вы можете дальше на слое с нашей надписью продолжить пальцем размывать само наше вот это слово, потеки, и достигать довольно-таки необычного, прикольного эффекта. Чем хаотичнее, тем лучше, ребята. Вот что я вам скажу. Далее я взяла текстуру с обычными блестками черными, через уровни вывела полностью в черный цвет, чтобы осталось буквально несколько белых точек, и наложила на свой постер, поменяла режим наложения и добилась вот, скажем так, не то чтобы пыли, звездочек, но в общем такого эффекта, чтобы фон был не таким пустым. Далее я применила карту смещения на свою надпись. Эти карты смещения я делала сама, это полностью мой ресурс,
приобрести можно на Гамроуде, если кто не знал, и добилась уже вот такого эффекта для нашей надписи. Также вы можете дальше корректировать изображение, добавлять еще градиентов, шум, резкость, цветокоррекцию, если нужно. А с вами была Ричи, всем до скорых встреч и пока!